Питер Пауль Рубенс. Годы жизни. 1577-1640. Антверпен. Фламандский художник, ярчайший представитель эпохи барокко. Широкий жанровый диапазон. Рубенс писал картины на мифологические, религиозные, исторические сюжеты, а также портреты и пейзажи. Одинаково важное влияние на живопись Рубенса оказали такие разные художники, как Питер Брейгель-старший и Тициан. Поэтому на его картинах найдем как внимание к деталям, так и виртуозную работу с цветом. Рубенс крайне изобретателен в композиционных решениях своих картин, мастерски изображая драматичные позы и жесты, вошел в историю так же, как автор собственного идеала красоты – пышных рубеновских форм. Питер Пауль Рубенс – фламандский живописец, жизнь, талант которого вызывает страстные споры вот уже несколько столетий кряду. Делакруа считала его гением непостижимым, непревзойденным. Упомянул его имя в дневниках 169 раз, и молодым художникам всегда советовал копировать Рубенса. Пикассо его ненавидел и считал его бесспорный гений, абсолютно бестолково использованным, сравнивал лучшие картины Рубенса с учебниками истории или легким журналистским чтивом. В конце 19 века Жан-Мартен Шарко, ученик Фрейда и один из первых психиатров, издал книгу «Безумие в искусстве», где безжалостно прошелся по рубеновским святым и чудотворцам. Шарко был поражен медицинской точностью художника. Один из его одержимых демонстрирует столь достоверные и убедительные признаки припадка, что нам ни за что не удалось бы дать более наглядную картину. Действительно, герои Рубенса часто живут на пределе эмоций и физических возможностей, в скорби, в восторге, в страхе, в победоносном величии, даже в смерти. При этом сам художник был человеком спокойным и уравновешенным, рассудительным и даже практичным. Все сохранившиеся письма – это дипломатические отчеты, рабочая переписка. Все любовные истории – это два законных брака, без малейшего свидетельства о мимолетных интригах и увлечениях. Все творчество – это грамотный, отлаженный механизм, исключающий сомнения и отчаяние. Икона Рубенса, несколько столетий занимавшая почетное место в красном углу европейского искусства, в XIX веке шумно разбилась, и критики вместо нее начали быстро сооружать шарж. Делец, создавший предприятие по производству картин, королевский угодник, в погоне за почестями, забывший о признании. Конечно, эта карикатура протянула недолго, выленила и потеряла актуальность. Искусствоведы и историки наконец нашли портрет настоящего Рубенса, художника, воплотившего сам дух барокко. Электичный, неоднозначный, полный противоречий и контрастов. Этот мир паршиво подготовился к рождению одного из своих самых ярких и жизнелюбивых гениев. Питер Пауль был шестым ребенком в семье фламандского юриста-изгнанника, живущего в Кёльне. Чудом спасенного от казни и пребывающего под домашним арестом за интрижку с принцессой Анной Саксонской. Мать Рубенса Мария занималась огородничеством и быстро продавала оставшуюся на родине собственность, чтобы откупить мужа от тюрьмы или, хуже того, от смерти. Ян Рубенс умер, когда Питеру Паулю было всего 10 лет. Но за эти годы сполна компенсировал сыну и доставшуюся в наследство сомнительную семейную репутацию. И жизнь в изгнании, и частое безденежье дал отменное домашнее образование. Мальчик знал латынь, несколько иностранных языков и взахлеб читал античную литературу. Участника народного восстания семья могла наконец вернуться на родину. Уже в Антверпене в иезуитской школе Питер Пауль продолжал осваивать гуманитарные науки, а позже мать пристроила его в пажи, обучаться светским манерам. Настойчивое желание 13-летнего мальчика изучать живопись взялось просто из ниоткуда. Ни семейной традиции, ни сильных художественных впечатлений, ни влияний. Рубенс учился долго и старательно, тщательно копировал попадавшие ему в руки рисунки и гравюры старых мастеров. Сменил трех учителей и совсем не спешил заявлять о своем мастерстве каким-нибудь ранним шедевром. Его еще ждала Италия. Молодые художники могли увидеть картины гениев предыдущих эпох и творчество современников только в путешествиях и в частных собраниях. Ни альбомов по искусству, ни международных выставок, понятное дело, еще не было. И потому поездка в Италию была обычным насущным для юного живописца мероприятием. Но для Рубенса итальянские каникулы затянулись и стали больше, чем просто паломничеством
за шедеврами, он практически сразу попадает в один из самых прекрасных итальянских городов, ко двору герцога Винченцо Гонзага. Человека с отменным вкусом и обширной личной коллекцией получает жалование и занимательную работу, которая при этом оставляла огромные возможности для личных путешествий и интересов. Будучи попечителем коллекции герцога и придворным художником, которому поручали чаще совсем незначительные декоративные работы, Питер Пауль объездил всю Италию, побывал во Флоренции, Милане, Генуе, Вероне, Падуе и, наконец, по поручению своего покровителя посетил Испанию. Приезжая, например, в составе свиты герцога на свадьбу во Флоренцию, он успевал, кроме придворных церемоний, побывать еще и в доме Микеланджело, изучить городскую архитектуру и капеллу Медичи. Художник проживет в Италии 8 лет и приедет домой с важнейшим приобретением. Среди них главное – это итальянские тетради, которые будут наполнены эскизами, заметками, копиями античных произведений и великих итальянцев, зарисовками архитектурных элементов и скульптур. Второе приобретение – способность оставаться верным себе и своим интересам рядом с сильными мира сего, в любой должности и в любом окружении. Кроме всего прочего, Питер Пауль вернется на родину, автором многочисленных портретов и трех монументальных произведений – триптихов. И, наконец, стирая границы времени и границы государства в своих паломнических путешествиях за прекрасным, Рубенс ощущает себя гражданином всего мира. Теперь навсегда. И значит, может возвращаться домой. Рубенс делает только то, что считает нужным, каким-то фантастическим образом отовсюду добиваясь особых привилегий. Он всем существом стремится к высочайшему мастерству, работает как одержим, но столь же страстно мечтает о славе и признании. Он ревностно выстраивает безупречную репутацию, но запросто делит авторство картин с многочисленными учениками, если этого требуют деловые задачи. После первого же заказа от герцогского двора он получает звание придворного живописца. Наотрез отказывается остаться при дворе в Брюсселе и принимает высочайшее предложение при одном условии – он будет жить в Антверпене. Точка. Рубенса засыпают завидными заказами и деньгами. Ежедневно он будет отказывать десяткам молодым живописцев, просящихся ученики, и принимать самых талантливых и часто вполне состоявшихся художников. Много лет в мастерской Рубенса проработают Антонис ван Дейк, Якоб Йорданс, не испытывая недостатка ни в заказах, ни в деньгах. Питер Пауль – один из немногих в истории мирового искусства персонажей, который сочетал природную одаренность художника и отменные деловые качества, установил жесткие расценки. Картина, написанная в мастерской Рубенса, оценивалась вдвое ниже, чем картина, написанная самим Рубенсом. Защитил юридические авторские права не только на картины, но и на гравюры по своим картинам и поставил свою подпись на 1300 работах, огромных работах, размеры которых часто превышали 20 квадратных метров. Слава Фламанса растет с космической скоростью. Его зовет во Францию Мария Медичи, чтобы украсить Люксембургский дворец картинами. Король Испании Филипп IV заказывает ему полотна для охотничьего дома. Церкви Антверпена и Брюсселя покрываются росписями. Над алтарями водружают триптихи, написанные Рубенсом. Он так убедителен, так образован и умен, обзавелся таким количеством важных связей и поклонников, что скоро поедет ко всем тем европейским королям и герцогам, которых совсем недавно писал, с другой миссией, дипломатической. Историки говорят, в установлении мира между Англией и Испанией в ходе 30-летней войны Рубенс сыграл значительную роль. Историкам не обязательно упоминать о том, что художник с головой бросился в путешествия и политику, чтобы пережить в разъездах смерть первой жены. Это была любовь с первого взгляда. Свадьбу не стали откладывать надолго. 18-летняя Изабелла Брандт очаровала Рубенса. Он больше не хочет возвращаться в Италию, теперь уже точно останется жить в Антверпене. Ему 31 год. Он пишет страстных обнаженных красавиц, томные изогнутые спины, золотистые волосы, молочную светящуюся кожу так, словно в его мастерской и спальне побывали самые прекрасные женщины всех стран и сословий и поделились сокровенными секретами своей прелести. Но биографам приходится с легким разочарованием признавать, что Рубенс сначала терпеливо ждал настоящей любви, а потом был искренне верен Изабелле все 17 лет совместной жизни до самой ее смерти. Дипломатические ли задания помогают справиться с горем и ожить, или Рубенс заслужил милость Бога мощнейшими росписями в его славу, но спустя 4 года он снова полюбит. С первого взгляда. Теперь он знаменит,
Он рыцарь и секретарь тайного совета его величества, и ему позволяют устроить свадьбу прямо в разгар поста. Елене Фоурман всего 16 лет, и восхищенный Антверпен шепчется о невероятной красавице, жене обожаемого всеми художника. Когда спустя 10 лет у изголовья умирающего Рубенса будет стоять беременная уже пятым ребенком Елена, художнику позовут священника. Сопровождать его будет 3000-ная толпа жителей Антверпена, признаваясь в любви к самому жизнелюбивому, яркому, счастливому и удачливому художнику. Thank you.